Коржеский привет! Меня зовут Элли, и я первая в России корги-видеоблогер. Не забывай подписываться на наш канал, иначе я приду ночью и укушу зубочок. Ребята, представляете, сегодня я пойду с Катей к кинологу. Не знаю зачем, но думаю, будет весело. Мы поедем на машине. Ух ты, прикольно. Класс. Так, класс. А мне уже нравится у кинолога. Ну-ка. Лакомство. Ну-ка, я еще хочу еще. Нет. Ну что вы пытаетесь сделать? Дайте лакомство. Эй, за корону ты пытаешься на меня надеть. Так. Я бегу. Как здорово. Так. Дай же лакомство. Дай. Как вкусненько. Так. О, прикольно. Эй, что, не дашь? Почему это? Я, кажется, поняла. Мне надо сесть рядом с ее ногой. Вот так? Нет? Дай. Давай. Раз, два. О, идеально, да, я молодец. Ну как? Делай сразу рядом, не переделывай, сразу и просто не похвалишь ее. Рядом. И похвалишь ее за рядом. Хорошо, гуляй. Уху, как здорово! Так, ну-ка. А что сейчас будем делать? Так, ну. А что? Эй, лакомство. Так. А почему я на поводке? Я не хочу быть на поводке, это неудобно. Что? Что от меня надо? Ух, классно. Правда, я уже начинаю подуставать, но все равно круто. У меня еще достаточно энергии, чтобы еще повыполнять задание. Так. Ну-ка. О. Ура!